Снова здравствуйте, с вами, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер Серега Резников. Значит, сегодня 11 ноября 2016 год. Я был в магазине «Пятерочка» в 15 часов 55 минут по московскому времени и совершил там вот такие покупки. Знаете, что я купил в «Пятерочке» сегодня? Ветчина черкизовская, по-черкизовски, 500 грамм. Вот такая вот ветчина черкизовская. В этом батоне 500 грамм. Обошелся он мне в 154 рубля ровно. Так, это в «Пятерочке». Одну я купил такую. Значит, дальше. Вот такую ветчину я еще купил. Называется «Папа может». Из свинины. В этом батончике ровно 400 граммов. Обошелся он мне одна штука на 135 рублей. Снова я купил опять вот такой кефир, две упаковки, два пакета кефира, в нем 3,2% жирности, правда здесь не литр в пакете, а где-то 900 грамм, короче. Один пакет стоит 33 рубля 55 копеек. Значит, кефир, ветчина «Папа может», ветчина из свинины и вот такая ветчина по-черкизовски, это я все купил в магазине «Пятерочка» и потратил я ровно 356 рублей. 356 рублей. Дальше что у нас? После я из «Пятерочки» поехал в магазин «Биллу». «Билла» магазин. Кто не знает, вот, смотрите. Вот. «Билла» называется, видите? Значит, что же я купил в магазине «Билла»? По акции. Называется акция «Рубим цены каждый день». «Билла». Вот, купил я вот такой огромнейший пакет муки, пышечка называется, видите, пышечка, русское качество, отменный аппетит, мука пшеничная, хлебопекарная, Skyfood. Масса в этом пакете 2 килограмма, высший сорт мука. Кстати, пончики можно делать. Давайте я вам прочитаю для прикола, как из нее сделать пончики московские. Значит, в муку добавить пищевую соду и молотую корицу, все перемешать и просеять. Сахар, масло, яйца тщательно растереть и развести молоком. Затем постепенно всыпая муку, замесить тесто. Тесто раскатать в пласт толщиной 0,5 см и вырезать кружки выемкой или стаканом. Выемкой меньшего размера из каждого кружка вынуть середину, придавая тесту форму кольца. Пончики следует готовить в разогретом жире. По завершении посыпать пончики сахарной пудрой. Ну, а можно даже, наверное, песком сахарным, как вот раньше вот делали, да? Значит, ингредиенты. Мука, пышечка, 240 грамм, это 1,5 стакана. Молоко, 125 грамм, это, естественно, 0,5 стакана. Сахар, 50 грамм, это 2 столовых ложки. Видите, все понятно, для дурака написано. Сода пищевая, 5 грамм, это 0,5 чайной ложки. Яйцо куриное, 1 штука. Жир для жарения, 100 грамм. Корица по вкусу и сахарная пудра тоже по вкусу. Можете ее, у кого нет сахарной пудры, сахарный песок добавить, посыпать. Знаешь, в этой муке витамины есть. Поливитамины, В1, В2, ну, короче, все такое. Все, вот такая мука замечательная, значит, это из «Биллы». Сколько она стоит? Эта мука, кстати, недорогая. По акции была 2 килограмма этот пакет на 37 рублей 90 копеек. Представляете, 50% скидка на эту муку. Дальше. Вот такую грудиночку я сегодня купил. Вот такую грудиночку 11 ноября 2016 года. Грудинка, значит, называется. Смотрим. Грудинка свиная, сырокопченая. Все дело во вкусе, ГОСТовская. Сервировочная нарезка. Только свежий. Я и ремит. Ремитовская, ремит. Значит, сырокопченый мясной продукт из мяса свинины категории Б, грудинка бескостная, костей, кстати, нет. В этой упаковке 150 граммов. Изготовили 7 ноября 2016 года, годен до 7 декабря 2016 года. Одна, значит, упаковка. Вот такую я купил. Значит, еще раз говорю, в «Пятерочке» я сегодня потратил 356 рублей. А в «Билле» я потратил, ну давайте так считать, вот это 37,90 и вот эта грудинка, вот за эту пачку 150 грамм, 35% скидка на нее, я за эту пачку отдал 109 рублей 90 копеек.
А старая цена была 169 рублей. Видите, 35% скидка. Значит, 109 рублей. Итого, в пятерочке я потратил 356 рублей, плюс 109 рублей 90 копеек, это грудинка, и плюс 37,90 мука. Итого получается общая сумма моих покупок на сегодняшний день, 11 ноября 2016 года, 503 рубля 80 копеек. Вот такие вот сегодня у меня были покупочки, мои дорогие. Два кефирчика, вот такая вот мука, огромаднейшая пачка, вот такая вот грудиночка, вот такая вот ветчинка, и вот папа может. Ну вот, естественно, чеки, вот чеки. Ну а на этом все. С вами был, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер Серега Резников. Не забывайте подписываться на мой канал, очень будет много интересных видео. Чао, чао, чао.